оцените сегодняшний матч? Ну, выиграли хорошо, тяжелый матч, минимум удалений. Обе команды старались минимум допустить ошибок, поэтому тяжелая игра. Вот так вот. Было ощущение, что первый период начинали очень осторожно. Да, естественно, первая игра в плей-офф. Обе такая сильная команда, поэтому, я думаю, они с настроем вышли тоже на нас, поэтому минимум ошибок старались допустить. Раскочегаритесь, то есть еще, если сейчас еще первая игра, вот так делаете на этом акцент? Ну, да не было такой установки, что прям играть в обороне, просто я говорю, что так получилось. Дальше видно будет. Никто не собирается отсиживаться в обороне, поэтому будем надеяться, что голов будет больше с нашей стороны. А с чем был связан такой взрыв атакующих во втором периоде? Туда-сюда полетели один на один? Я связываю с этого с удалением, так один на один тоже с удалением, с удаления вышел. И вот на каких-то эмоциях, там, кто в атаке играл, кто в обороне, и чуть-чуть стал открытый хоккей где-то, но из-за удаления, я думаю. А вот ЦСКА больше в такой, ну вот вы играли в североамериканских лигах, больше вот склонны к такому стилю они проповедуют, то что вот в АХЛ там, в АХЛ играют? Да я бы не сказал, что прям они бегут там и супер активно и идут в тело. Да, они стараются играть активно и все, но не совсем что североамериканский стиль. А когда вот в команде противника столько бывших одноклубников, это, ну, не тяжело ли бить своего бывшего товарища? Не-не, на поле нет друзей, и поэтому это, я даже об этом не думаю. Есть противник, и все. Кто там играет после игры там, или после серии, мы будем об этом разговаривать. Но все-таки отсутствие Радулова на руку СКА сейчас? Да это больше их проблемы, чем нежели наши. Мы стараемся на каждый матч настраиваться, и дальше будем это делать, а кто у них играет, то не играет, это не обращаем на это внимания. А кто-то особенных проблем сегодня доставил? Да я что-то со своей точки зрения, наверное, не знаю, не могу даже сейчас сказать. Но все старались, поэтому не буду выделять никого. Сегодня победа получилась с таким минимальным преимуществом. Можно ли надеяться, что в следующем матче количество забитых шайб увеличится? Ну, для победы, видите, одного хватает, поэтому главное выигрывать. А количество голов уже не важно, главное выигрывать. А СКА все критиковали за игру в обороне по ходу регулярки, а тут вдруг так отыграли, что случилось с командой? Это маскировались? Ну, настраиваю не то, что прям, я не могу сказать, что мы сезон не настраивали, просто плей-офф все понимают, и дополнительно надо ничего никому говорить, матчи на вылет, все этим сказано. Есть. Дай бог, чтобы дальше так было. И... А есть шанс, что в серии в данной хватит 4 матчей, как думаете? Давайте не будем об этом загадывать, я не люблю. Есть завтрашняя игра, и на нее выходим, и стараемся выиграть. А что будет, то будет.